фотографируемся, общаемся. Ага. А потом все будем принимать участие в торжественном открытии. В 8-м микрорайоне настоящий праздник для взрослых и детей. На улице Верхнепролетарской состоялось открытие первой очереди парка «Союзный», которое приурочили ко Дню народного единства. Это первый шаг, это первый этап в создании большого парка спорта и отдыха «Союзный». То, что вы видите здесь, это уже благоустроенные зеленые зоны, это лавочки, фонари, парковки, вот эта замечательная сцена с трибунами. А еще проложили дорожно-тропиночную сеть, сделали вертикальную планировку, установили малые архитектурные формы и обустроили детскую игровую площадку. Позаботились и о благоустройстве. В сквере появилось освещение и деревья с кустарниками. Место для прогулок и отдыха здесь было просто необходимо, уверены жители. Вот красивый парк. Ездить погулять, с ребенком выйти. Летом тоже много, наверное, прогулок. Катание на роликах, в общем, погулять ездить теперь. В открытии парка приняли участие активисты Одинцовского отделения «Единой России». Партийцы контролируют строительство в рамках проекта «Городская среда». Совсем скоро стартует второй этап благоустройства, в ходе которого обустроят набережную вдоль реки, зону воркаута, столы для настольного тенниса, а также площадку для выгула собак. К лету следующего года работы по созданию парковой зоны «Союзной» планируется полностью завершить. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».